Пушистые желтые комочки целой россыпью счастья и радости искрились в ярких солнечных лучах. В преддверии самого женского праздника в центре Воскресенска появилось нечто чудесное. Приехал настоящий мимоза-мобиль. К празднику пришла идея сделать автомобиль в цветах, так скажем, подарить женщинам цветы, просто поднять настроение без каких-либо отсылок, чтобы они были довольны. Я сам с этого города здесь родился, живу, как бы рад за него, топлю за него. Вот. И это, наверное, первый автомобиль, который в России оклеили цветами. Пройти мимо необычного творения местных блогеров и флористов было просто невозможно. Он притягивал взгляды и вызывал неподдельные улыбки. Более 15 килограмм мимозы, 12 часов кропотливой работы, и желтое чудо готово. Это была бессонная ночь, это была поездка в Рязань, потому что закончились цветы. У нас по дороге сломалась машина, это было тяжело, это было долго, но мы справились. И надеюсь, что сейчас мы получим тепло, все, которое вложили в эту машину за эти сутки, обратно от людей, которым мы подарим эти эмоции и вот эти приблизительно 14-15 килограмм мимозы на этой машине. Кроме эстетического удовольствия, ребята дарили женщинам тюльпаны. Совсем маленькие девочки, девушки и прекрасные дамы, никто не остался без внимания. Спасибо большое. Вам, да, очень, да, приятно. Не оставайтесь такой же. Спасибо. Хорошего настроения. Весеннее настроение, солнышко, улыбки, радость на душе. Весна пришла. А цветочки поднимают настроение еще? Конечно, очень поднимают. Еще такая тут машина стоит. Вместе с прекрасными жительницами Воскресенска ловили весенние лучи и восхищались мимоза-мобилем. Юлия Тиунова и Евгений Стародубов. Специально для Искровект.